Ты знаешь, Саш, действительно, здесь забываешь обо всем плохом и забываешь о плохих человеческих поступках. А это, к сожалению, вокруг нас часто происходит. Поэтому о том, как обезопасить, например, свое жилище от воров, расскажет более подробно наш корреспондент Сабина Петренко в своем сюжете. Выбитые стекла у автомобиля, выломанная дверь, хищение имущества. В 21 веке охрана личного пространства – вопрос скорее технический. На сегодняшний день в любой крупной компании невозможно обойтись без средств контроля и слежения. Но не стоит забывать и о собственном жилище, ведь обеспечить его безопасность может любой желающий. Александр – житель микрорайона «Старый город». Симферополец уверен, что жить без видеонаблюдения невозможно, особенно если район криминальный. Практика показывает, аппаратура не единожды помогала раскрывать преступления. С 2010 года три раза обращались сотрудники. Один раз сняли колеса с машины. Мы с соседом задерживали здесь, потому что я увидел в камеру, позвонил ему, он с одних ворот выскочил, а я со вторых. Вот. Один раз магнитофон взломали машину, вскрыли, то есть обращались. Один раз чуть выше тут магазин обокрали, я так понял, уходили по нашей просто улице. Теперь видеосъемку ведут круглосуточно. Для того, чтобы понять, что происходит на улице, достаточно просто включить монитор. Таким вот образом мы следим за видео, если какой-то или нужна какая-то просмотр какой-то картинки, подошел на телевизоре, переключился, и вот они все четыре камеры выходят прямо на телевизор. И двор, и улица со всех сторон. Так вот и наблюдаем. По данным МВД России, ежегодно в стране фиксируется более 1 миллиона краж. Предупрежден, значит вооружен, уверены специалисты. Поэтому советуют выбирать эффективный многоступенчатый уровень защиты. Самая надежная система безопасности – это охрана с помощью сигнализации выводом на пульт Росгвардии. Вот это самое оперативное подразделение, которое имеет, то есть, ну, не только в Симферополе, в Крыму. Они самые мобильные, у них есть обеспеченные транспортом. Вот люди вооружены. Могут оказаться эффективными и камеры видеонаблюдения. Иногда их вида достаточно, чтобы отпугнуть злоумышленников. У нас, вот, например, на базе наших камер и на базе нашего программного обеспечения мы интегрировали такие модули, как распознавание номеров, распознавание лиц и детекторы там, дыма, огня, подсчет посетителей. То есть все основные функции, которые могут, так сказать, воспользоваться как обычный покупатель, так и какая-то сетевая компания. Современное высокотехническое оборудование имеет систему удаленного контроля и позволяет отслеживать любые движущиеся объекты в радиусе 100 метров. Новая камера вот такая, она называется фишай, то есть переводится как рыбий глаз. И данную камеру можно установить в центре помещения и при помощи видеорегистратора разложить на 8 отдельных картинок, чтобы смотреть полностью все помещение. 21 век – век технологий. Когда жилище под надежной охраной, можно не откладывать запланированную поездку или заграничный отпуск. Умная техника обеспечит надежную сохранность вашего имущества. Сабина Петренко, Андрей Псом, Руслан Хохлов. Утро нового дня.